знаю, кто же у нас все-таки победит. Мы, наконец, оставили самое сладкое. Итак, встречайте чемпиона Озерской лиги КВН 2017 года, вице-чемпионы школьной лиги КВН и лучшая студенческая команда города Миасс, команда КВН «Сахар». Здрасте! Сахар! Пришли мы к вам на фестиваль, чтоб посмеялись вы. Чуди! И дозы! Это Тюня, Юля, Настя и Егор. В моей вселенной есть только еда. Еда! На завтраке пельмени и два яйца. Всего два! Кто гостит не стал, не заменим. Я открываю пачку и беру мизин. Я вообще-то после игры хотел сходить в планету. Тимур, ты уже и так себе отрастил свою планету. Ребят, чтобы над вашими шутками хоть кто-то посмеялся, они должны быть очень хорошими. У вас есть? Конечно, есть. Представьте, очень ленивый поп-поп-поп. Кто? Кто? Представьте, очень ленивый поп. А ладно, потом докричу. Неправильно. Ребят, а нормально что-нибудь есть? Есть! Песня! Ты ж петь не умеешь. Ну а чем я хуже скриптонита? Как красиво погулять вечером в парке. Много лавочек свободно, можно отдохнуть спокойно. Но вот слышу крик я звонкий, кто-то мне кричит в кустах. Я подумал, это кошка, а оказался это... пошутить, что здесь у всех крыша сорвет. Вон недавно у слона пошутили. Тимур, вот подожди, ты никогда не замечал, что с нами в команде играют две симпатичные девушки? Где? Ну как где? Вот. Мне, допустим, эта светлинка нравится. Сейчас вот хочу, смотри. Юль, а мы сегодня вечером прогуляемся? Предстанем. Смотри и учись. Юль, а тебе какой доширак нравится? Со вкусом, Тимур, не лезь ко мне! Ес! Он всем нравится! Красавчик! А я вот не знаю, как тебе подкатить. Смотри, учись! На улице деревня вся тусуется, у вас есть попчик, разминаем попчик. Юль, пойдем я тебе северные печи покажу. Ай, северные печи! А можно с вами? Ребята, какие печи? Северные! Да, надо исправлять ситуацию. Сахар, поехали! В детстве был такой случай. Мам, скинь попить! Сам зайди налей. Ну, мам! Ну, скинь попить, пожалуйста, напить сильно охота, мам! Ну, пожалуйста! Мам! 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 Меня опять сюда не уносит, мам! Ну, не татары! Да не башки, все на одно лицо, ну, мам! Это если его сын пересидит его в баре. Итак, давайте посмотрим на один из таких случаев. Хорошо, да, бать? Хорошо, хорошо, хорошо. Ну ты, конечно, молодец, сынок. Молодец, сынок, молодец. Пересидел отца в баре, ну что сказать, молодец. Подай водички, пожалуйста, тут в горле пересохло. На, держи. Да дай сюда. Сынок, а мы сегодня перекусим хотя бы ничего? Да, пойдем. Мам, как шашлык? Давайте посмотрим на предвыборный лозунг Ксении Собчак.
посмотрим на предвыборный лозунг Ксении Собчак. А сейчас мы посмотрим такую картину, которую будет наблюдать каждый этой весной. Итак, давайте представим финал шоу «Холостяк». Здравствуйте, девушки! Сегодня очень знаменательный для нас день. Сегодня одна из вас станет моей женой. И... мама, опоздала я! Привет! Девушка, вы кто? А я болела, я отпрашивала, справку потом принесу. У меня, к сожалению, осталась только одна роза. Нищеброд! И эта одна роза достанется только одной девушке. Может, кто-нибудь перед церемонией вас хотел бы высказаться? Давайте, девушки, я вас выслушаю. А я хотела, знаешь... у меня в деревне петуха Егор зовут. Кстати, тоже голосистый. Девушка, что вы несете? Вы понимаете, что я могу сделать? Да, вы можете закрыть напрочь этот проект, это все понимают. Вот смотрите, молчите там, пожалуйста. Просто помолчите и все. Волнуюсь. Итак, Юля, ты примешь эту розу? Егор, извини, но за проект у меня есть молодой человек. Я просто не думал, что до финала дойду. Жаль, очень жаль. О, Анастасия, а может вы примете эту розу? Конечно, я бы приняла ее, если бы ты был мне интересен. Но это не так, прости. Эй, красавчик! Его невеста, я его невеста. Тебя хоть как зовут, а невеста? Тимати, с 1 апреля, брата! Ребят, давайте быстрее, мне еще на работу надо. А ты где работаешь? В Пятерочке. О, прикольно, скажи, что-то Пятерочному. Банкет надо, товар и партии брать будете. Бонус на каждое есть, рубль потом занесете. Ой, правда, в Пятерке работает. Ну что, ребят, давайте к финальной песне. Ура, братули!